Нет, давайте через студию выйдем. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире на канале «Боец» боксерский уикенд. Итак, бой, который мы сегодня ждем в прямом эфире, это бой Геннадия Головкина, нашего средневеса, против колумбийца Мильтона Нуньеса. Бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA. Две недели назад мы с вами смотрели поединок Дмитрия Пирога и помним тот великолепный нокаут, который Дмитрий совершил в пятом раунде боя против Даниэля Джейкобса. Итак, сегодня Дмитрий Пирог в нашем эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня мы будем смотреть бой возможного вашего соперника, ведь Геннадий боксирует в среднем весе в вашей весовой категории. Да, так и есть. Итак, выходим на картинку в Панаму, на арену Роберто Дюрана, где Геннадий Головкин сейчас готовится в ринге к бою против своего соперника. Итак, Геннадий Головкин, боксер, который имел прекрасную любительскую карьеру, финалист Олимпийских игр, чемпион мира. И вот, наконец-то, бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA здесь, в Панаме, где находится штаб-квартира этой организации. Соперник у него не самый сильный, 13 место в рейтинге. И многие ждут довольно быстрой победы от Геннадия. Пока у нас звук из Панамы не приходит, но тем не менее продолжаем следить за событиями в ринге. Итак, Дмитрий, у вас был бой в Лас-Вегасе. Чем отличается вот эта атмосфера боев, которые проводятся там, в США? Ну, прежде всего, наверное, можно ответить. Вот, сразу в голову приходит, когда вы задали вопрос, первое, что пришло в голову, это атмосфера такого праздника. Люди любят бокс, любят и ценят. Все-таки, видимо, те временные рамки, это более двух столетий развития бокса в Америке, все-таки сказались. И, конечно, не та атмосфера, как у нас, но для меня, например, большого открытия не было. Я уже был в Америке, и когда настраиваешься на бой, на все это не обращаешь внимания. Это вот сейчас вот только начинаю вспоминаю. Дмитрий, было огромное количество звонков в прямой эфир, в нашу студию. И сейчас, я знаю, тысячи казахстанцев следят за событиями в ринге. Геннадий, представитель Казахстана, выступал за сборную Казахстана. И сегодня, уже после некоторого времени, проведенного в Америке, после, так сказать, его перипетий в Германии, он выходит наконец-то на этот бой. Надо сказать, что сюда группа поддержки приехала. Это Василий Жиров, наш олимпийский чемпион, тоже казахстанец. Ивайло Гоцев, агент, и Олег Герман, менеджер, сейчас здесь рядом с Геннадием Головкиным. Дмитрий, вы знакомы с Геннадием лично, и у вас должен был пройти спарринг, состояться спарринг с ним. Боксер, работающий несколько иной, чем вы, манере. На ваш взгляд, сильные стороны Геннадия Головкина, боксера, который прошел просто великолепную любительскую карьеру? Ну, сильные стороны его, этих сторон очень много сильных. Единственное, конечно, я не могу, это все субъективное мое ощущение, по той простой причине, что да, и внешне я смотрел визуально, как он боксирует, но в ринге с ним не пришлось мне было побоксировать. Поэтому внешне у него стороны могу назвать. Это хороший прессинг, таймер у него хороший, он чувствует, может ударить с обоих рук. Но опять же, сложно сказать, вот сейчас я его внимательно посмотрю, мне интересно, как он все-таки перестроился или не перестроился из любителей в профессионалы. Хотя у него и в любителях, можно было сказать, полупрофессиональная манера, поэтому, которая способствовала тому, что он прекрасно прошел те бои отборочные, так называемые, в профессионалах, начальные. Итак, совсем немного времени до начала боя.
Арена Роберто Дюрана заполнена до отказа. Кстати, Геннадий Головкин встречался с Дюраном после взвешивания. Дюран пожелал ему удачи. Этот легендарный панамский боксер. Итак, бой начат. Начался. Собранная стойка у Геннадия. Еще в любителях он заканчивал свои бои нокаутами. Вспомним чемпионат мира в Таиланде, в Бангкоке в 2003 году. Тогда Лучан Бута, румынский боксер. Его нокаутировал он, Геннадий Головкин, в бою. Да, надо отдать должное. Геннадий очень сбалансированный боксер. Если и пробивает, то нет такого, чтобы там наклоняться. Вот, пожалуйста. Вот вам начало боя. На канвасе ринга колумбийский боксер. Надо сказать, что у него рекорд с большим минусом. 6 дебютантов против него выступало. И 13 боксеров тоже с отрицательным рекордом. И вот быстрая победа Головкина. Итак, поздравляем вас, дорогие друзья, с титулом чемпиона мира, который завоевал наш боксер, боксер с постсоветского пространства. Да. Ивайло Гоцов обнимает сейчас Геннадия Головкина. Я думаю, сейчас будет повтор. Следующий бой, который мы сегодня посмотрим, это будет бой между Ансельмо Морено и Неомаром Серменио. Рематч в легчайшем весе, в весе петуха. Но, видимо, будет большая пауза. Мы, скорее всего, эту паузу сегодня заполним работой в студии со звонками. В студии, так, телефон прямого эфира 617-9555. Это телефон прямого эфира в Москву. Код Москвы 495. Ждем ваши звонки, ваши отзывы. И, наверное, в этой паузе поговорим и вспомним события вашего боя, Дмитрий, в Лас-Вегасе, где вы выиграли у Даниэля Джейкобса. Мои поздравления Геннадию. На самом деле достоин. Достоин он чемпионского пояса. Я тогда еще, есть свидетели, после того, как приехал и пострел его там и спарринги и так далее. И вообще там стал отслеживать, и рекорд следил. Тогда еще говорил людям, что да, это он не чемпион, но в принципе вот сейчас спарринги с будущим чемпионом. Тогда я не знал, что сам выйду на этот уровень. Итак, счастливое мгновение. Наконец-то Геннадий стал чемпионом мира. И многие болельщики именно требовали от него такой победы, быстрой победы. Считалось, что если бой продлится 12 раундов, это, в общем-то, будет большое разочарование для них, для поклонников Геннадия Головкина. И вот в первом раунде, на первой же минуте боя, его соперник, правда, не самый сильный на канвасе ринга. Сегодня ведь, Дмитрий, огромное внимание после кризиса в супертяжелом весе, в тяжелом весе, огромное внимание мне к средним, к легким весам. И боксеры, мне кажется, оправдывают вот это вот ожидание зрителей. Я согласен. Более того, я убежден вот, своей победой, например, победой Геннадия и еще энное количество имен можно назвать, ребят, которые в ближайшее время подойдут именно к такому пику и выйдут на лидирующие позиции. И от этого будет только интереснее, только зрелищнее, появится интрига. Это в ближайшее время, как я прогнозирую, по крайней мере, анализируя свой дивизион, свой вес. Геннадий один из возможных соперников ваших в ринге, но пока что вы все-таки ставите на Келли Павлика. Да, с Келли Павликом там другая история. С Геннадием это вот только сейчас мы узнали. Хотя это не сюрприз, по крайней мере, для меня. Я так и думал, что Геннадий закончит досрочно. И как можно раньше, так оно и произошло. Но переговоры ведутся с командой Келли Павлика. Арт Пилула, представитель в Америке, занимается этим. И сразу же на следующий день после моего боя в Америке связался он и с представителями Серхио Мартинеса и Келли Павлика, Луи Ди Белла и Боб Арумом. И там пришли к общему знаменателю. Единственное, Серхио Мартинес, ну это не секрет, уже все знают об этом, он планирует бой и последняя стадия переговоров с Пол Уильямсом, с командой Пол Уильямса о матче-реванше. Итак, дорогие друзья, то, что мы сегодня